Намасте. Здравствуйте. Что такое йога? Что такое йога для меня? В мою жизнь она пришла 5 месяцев назад. И с того времени в нее я ныряла, и когда мне было хорошо, и когда мне было грустно, и когда мне было больно. И всегда она помогала мне встретиться с собой, услышать себя, увидеть себя, почувствовать себя и стать ближе к себе. И стать ближе, наверное, даже к Творцу. Вот даже не побоюсь такого слова, такого обращения, потому что йога – это, наверное, все-таки про честность и про любовь. Мы много знаем и много говорят о том, что нужно любить себя. Но как это? Нас никто этому не учил. Ну, собственно, именно вот йога дает вот приблизиться к этой любви, дает прикоснуться к любви, к своему телу, любви даже к той боли, которая пробуждает тебя, которая обращает тебя к себе. Вот, собственно, йога мне помогает в этом пути, на этом пути слышать, любить, осознавать себя.